Здравствуйте. Я хочу сказать о такой проблемке. Произошло такое ЧП. Пытались вскрыть капот у меня. Я как бы сигналка сработала и показывает на брелке. Показывает, что открытие капота. Я вышел на улицу, посмотрел. Было часов 8. Капот целый. Ничего нет. Думаю, глюк сигналки. А на следующий день на утро смотрю, выхожу. А капот, оказывается, зазор появился. У капота здесь вот появились зазоры. Кто-то пытался вскрывать. Видать, сработал концевик сигналки. И действительно, оказывается, маленько помяли капот, пытались вскрыть. Ну, видать, то ли я их спугнул, не смогли это как там вскрыть. И вот я придумал такую нехитрую защиту, чтобы от вандалов, чтобы не смогли вскрыть капот, чтобы защитить свой аккумулятор, двигатель и все остальное. Вот такой тросик. Вот видно? Трос такой. Это велосипедный трос. В принципе, он механический. Он механический. Легко и просто открывается. Это очень, конечно, легко. Ну вот легко. Повернул, открыл. Вот здесь идет на 12, просверлил дырку. И вот здесь вот, покажи, здесь тоже на 12 дырка толщина идет. И этот тросик, вот этот вот трос, он вставляется туда и защелкивается, естественно. Сейчас довольно неудобно, просто вот так защелкивается, он просто чик, и все. И трос уже не дает открыть капот. Вот такая противоугонное средство, как бы удобное. Простейшее, много денег не надо. Купили вот такой трос велосипедный. Брал потолще, надо, чтобы был покрепче. И просверлили две дырки. И все. Если понравилось видео, ставьте лайки, пальцы вверх. Ну, до следующей встречи. Будем снимать следующее интересное видео.